Всем халё-халё. Иду на работу, и по пути выставленная мебель. В городе проходит Шпермюль. Правда, он проходит по районам. И вот по пути уже стоят диваны, кресла. Вот такая сушилка, практически новая. Посмотрите, как она раз что-то выдвигается, увеличивается. Опа! Так что возьму. Вот так. Ну вот после дождя, правда. Ну вот сумка для гольфа, горшок для цветка, чемодан, швабра и доски. И вот следующая куча. Повыбрасывали вчера, но ночью был дождь, поэтому все мокрое. Вот лыжи. Тремпеля. Мешок целый. Холодильничек. Чистенький. Ну, непонятно, рабочий или нет. А вот новая защита на дверь. Возьму. Вот такой вид с горы. Вот какая красота отсюда. Получается, город расположен в ущелье. И с двух сторон горы. Февраль, а уже все зеленеет. В принципе, и зима такая была. Снега практически не было. Даже бамбук здесь произрастает. Вот такие здесь виды. Вон на крыше. Видно вам Кинг-Конг? А вот уже нарциссы и подснежники. Так что уже мороза не будет. Такие самки. Ролики одни. Она папина. И ребенка. Наверное, совсем не катался ребенок. Песочница. Мини-диванчик. Кресло. И еще один мини-диванчик с лыжами. Подушками, сидушками. Наверное, детскую комнату чистили. Вот уже цветут кустики, выпускают листочки. Цветочки раньше листочков. И место уже забрали все. Получается, сегодня здесь проедут грузовые машины и увезут весь мусор. И снова будет чисто. О, куча. Кучище. Телевизор, пожалуйста.
сумки, шкафчики, детская ванночка. Ну, конечно, в таком состоянии куча, наверное, 100 раз перебранная. И босоножки, и детский манеж. Сразу на противоположной стороне 2 стула. Тумба. Опа! Для машинки. Для швеи. Сюда машинка ставится. И портниха шьет. Потом закрывается, машинка опускается, и компактная тумбочка. Да, после дождя, конечно, все намокло. Зима прошла, можно санки выставлять. А есть такие, которые вот так ездят и собирают металл, а потом сдают за деньги. Просто куча досок. Разобранная старая мебель. Можешь сесть покачаться.
центральной улицы забрали, а вот зашли чуть-чуть в пролет, в проход. Здесь еще стоит, но уже ничего интересного.